Ну и как, Игорь, прополочка? Обалдеть, это прополочка. Ну и как? Лучше копать. Ты считаешь, женщины все это делают? Я вообще не понимаю. Вы, наверное, тут... Как вы это все делаете, я вообще не представляю. Это же... Я с утра начал. А сейчас время уже 5 час. И всего одну бороздку? Ну да. Тебя за это жена накажет. Ты мало сделал. Жена уехала в отпуск на моря, а Гоша велел прополоть грядку. Бедный Гоша. Самое главное, не выдернуть то, что это. Выбрать морковку и не рассчитать. А то жена приедет, а там ни морковки, ни травки. Где морковка, где травка? Бедный Гоша. Жалко мне тебя. А что делать?